вам пока сейчас надо будет научиться прямая линия. Это носогубка, это контур губ. И брать всех, и сделать всех красивыми именно вот в этой области. В этой области, без носогубных складок и с красивыми губами. А если вы иглой возьмете делать доступ, знаете, сколько тут сейчас уже крови будет? Вот сейчас мы возьмем иглу, я начну колоть иглу, и вы посмотрите, какая разница будет. Ничего просто так не бывает. Технологии не зря работают и создают нам инструменты в помощь. Это особенность нашего менталитета. Отказаться от чего-то хорошего и добавить что-то свое. Что-то свое, да. В эту зону только филлер, поэтому препарат выбора здесь филлер. Не пускает совершенно, это не страшно, штатная ситуация, чуть-чуть фиброз какой-то, просто закрываем, берем скальп или еще раз пытаемся пройти, поактивнее пробужировать. Работать, когда вы сталкиваетесь с подобной ситуацией, для вас это не должно быть вот, ну, какой-то паникой, испугом. То есть надо научиться справляться с волнением совершенно спокойно. Раскрываете побольше. Диски должны быть с хлоргексидином и сухие. И спокойненько вот заходите. Перепад. Пожалуйста, те, кто начинаете, канюля и игла – это немножко разное впечатление. Пусть у вас лучше будет не до коррекции, не до конца, то есть объем на обе стороны, на правую и налево, в этой зоне не больше 0,2. 0,1, 0,2. Когда научитесь, тогда хоть по пол шприца будете делать. Но для этого должно пройти время. Мы сейчас не носа слезы, да? Здесь нет показаний никаких. Носы щечки, да? Для того, чтобы здесь именно для коррекции носогубной складки было это сделано. Если бы был дефицит в орбитальной, я бы просто вектор задала бы выше и пошла бы вверх из этой же точки. Но до средней зрачковой линии я бы выкладывала вот здесь. А здесь мне нужно именно было укрепить, зафиксировать носогубку, поэтому я пошла веерно вниз. То есть это как бы больше сейчас дефицит в области щеки, так сказать, да? Да. И это можно делать из одной точки и носослезную, и ниже, да? Да, да. Вот в этом-то преимущество этого выбора этой точки заключается, что из одного доступа можно пойти вверх и уйти вниз. Игла. Я почему спросил, извините, вот область щеки, наверное, можно и из точки, которая ниже располагается, где-то. В зависимости от того, что вы хотите получить. Если вы хотите скуловой объем, то это доступ вот отсюда. Нет, если... ниже скулы. Вот именно дефицит, который идет, допустим, скула и щека, вот где есть. Ну, здесь-то у нас наоборот избыток, поэтому и точка выбора это. Каждое лицо нужно смотреть и учитывать вот этот вот рельеф.